ветеринара. Там остальные сидят, которым повезло забиться подальше. Здесь вижу трое лилитята, два микрозайца, один негусь и где-то еще один негусь потерялся. С тобой там негуся нет? А, вон с тобой негусь. Вон спрятался. Устроился там. Как у вас дела? Да, в принципе, неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Ешь его куртку, ешь. Меня едят. Кто здесь самый? Так, не целоваться с зайцами. Не дарите ему шерихиоз. Когда про зайчат пишут, говорят, он у нас активный, бегает, все хорошо. А вот ребята здоровые, реально здоровые, мамкой накормлены. Они больше 8 часов здесь сидят. Потому что их мамка покормила, все, в общем-то, двигаться, отсвечивать особо не нужно. Они не активны, они могут побежать при желании. Но так они сидят, затаившись. Потому что они сыты, у них все хорошо, укрытие есть. Зачем провоцировать хищников лишний раз? Зачем тратить энергию лишний раз, которая должна пойти на рост? Вот. То есть вот они сидят кучкой. Во сколько я их здесь видела? Я видела их здесь часов в 12, а сейчас 3 часа дня. 12 ночи, 3 часа дня. Ну вот, больше 10 часов. Так, мамка меня там сзади караулит. То есть вот так и должно быть. Покушал, спать. Напали, бежать. Вот так, спать. Спать, спать. Что происходит? В общем, Сникерс выбросился. Или это не Сникерс? Ты не Сникерс, подожди, кто ты? А ты кто-то из девочек, ты Тамбовская. Оп. Я у мамы инженер называется. Это... Ну, роял канин, это же, по идее, что-то королевское, да? Тогда это у нас замок получается. Роял каниновый. Только нету. Ну там, да, придурки какие-то сидели. Мы про то, что здесь сидели раньше инвалиды, и они очень сильно бились, когда мимо проходят люди, и некуда было высадить зайчат. Сейчас мы высаживаем зайчат сюда, потому что наши главные придурочные зайцы уехали в Краснодар. Вот это, кстати, какой-то заяц ест шерсть у зайчат. Ну, смотри. Ой. Круто. Ой. Просто ты чё, вы здесь все столпились? Идите отсюда, идите. Выйти хотят. Нельзя выходить. Они, которые недавно родились, да? Нет, это приехали. А, приехали. Каждый день тараканчики в одном и том же месте сидят. Вот. Почему тараканчики? Потому что они примерно
в 9 часов вечера начинают бегать по всему вольеру, как тараканы. А потом снова собираются здесь. Я сейчас прощупала. Еще пару дней утром. Вот здесь какая-то какашка. Глазу иди сюда. Потом глаз воспалится. Глаз, говорю, воспалится. Все нормальные, все сытые, все здоровые. Один только он насторожился, что-то не так. Остальные думают, что мамка пришла, проверяет их. Такие, блин, они наивные, когда мелкие. Значит, это часто еще от мамки зависит. Что? От мамки, отца, от их поведения. Ты куда собрался? Лежи с остальными. Все, лежите тут. Опа, ебать. Глупый мелкий. Иди к ним, иди к остальным. Нет. Давай, давай, давай. Она тебя покормит. Ты идиот. Дурак. Дурак. Его оборзает. Дурак. Очень интересно себя ведет. Она сначала его облизала, обнюхала, а потом решила построить ему гнездо, этому зайчонку. Ой, а он ее бьет еще за это. Кошмар, тирания мелкая. Так и назовем. Это помет тирания. Фига, они подрались. Ну а что ты ее бил? Все собрались посмотреть на это страшное животное. Макушка вообще золото. Маковка солнышко. Русака. Все. Удочерила, усыновила. Она, походу, подумала, что опять родила, потому что он только родился. Вот она все вылизывает. Или ты захватываешь чужого ребенка? Господи, как же смешно это выглядит. Он ей очень понравился. Ой, что снимаю?
третий раз к нему вернулась. Уже сбежать пытается. Ой, бесится. За ним ухаживает, он еще и бесится. Опять. Но он сам попался ей. Теперь пытается забежать. Помогите, говорит. Помогите, помогите. Теперь она своего уже кормит маленького. Молодец, маковка, молодец. Всех накормишь. Штука меня фырчала. Теперь мне разбираться с последствиями. Все нормально. Молодец, хорошая девочка. Ты хорошая девочка. Молодец. Ну посиди с ними. Еще посиди, 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 посиди. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Посиди. Ну еще пару секунд. Ну посиди, ну посиди, посиди, посиди. Еще чуть-чуть. Ну посиди, чуть-чуть. 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 Спасибо. Очень молодец. Боже, хорошая девочка. Боже, такая молодец. Боже, молодец. Боже, хорошая девочка. Боже, молодец. Боже, молодец. Ну ладно, молодец, разрешаю. Выходи.